объединение, наверное, Украины. Да. Едность. Вы знаете, я вам точно не смогу объяснить. Соборность? Ну, это какое-то объединение, наверное, с, ну, как бы, люди по своим каким-то идеологическим или каким-то этим, ну, наверное, объединяются. Это, наверное, так. Честно говоря, я человек нерелигиозный, поэтому не могу сказать. Хотя это, наверное, не о религии. Це якась спілка, мабуть. Цілісність та єдність. Україна у нас соборна, ну, ціла, єдина, так сказати. Я думаю, що він означає, що в ці, как бы, тяжелі времена для України нужно всім, всій Україні об'єднатися, і правобережна, і лівобережна, і, как бы, прийти к какому-то компромісу і жити дружно, без війни. Ну, звісно, треба єдність, да, щоб всі були разом, все було добре. Одним словом, єдність, ну, соединение всех частей нашей Украины, всех регионов, всех областей. Ну, чтобы были все, как бы, воедино вместе. Ну, я думаю, с такой картиной, как у нас сейчас происходит в Украине, войною, то великое значение має. Країна должна наша быть, ну, соборна, ціла, ну, дружна. Я думаю, це велике значення зараз має для нашої країни.